Здорово, народ, с вами Макс, и дополнительно к видеороликам я решил запустить такую тематику ништяков, которые я добываю из чермета для расширения возможностей своей мастерской. Так как я в будущем тоже решил пробовать свои силы в кузнечном деле и всевозможных там выколотках по изготовлению шлемов, там доспехов и все остального прочего, то мне понадобится инструмент и всякие приспособы, которые облегчат мне жизнь в моей мастерской, тем самым тоже увеличат и ускорят производство разных изделий. Основное вы увидите, буду я показывать в каждом ролике ништяки, которые я добыл там. Смотрите. Так, значит, сегодня я буду изготавливать польский такой специализированный бердыш. Вот. Поступил мне заказ. Так как у меня толще нет металла, выглядеть он будет вот так. Вот. Поляки. У поляков было немножко строение бердышей немножечко другое. Буду делать вот такого типа бердыш. Ну, в дальнейшем весь процесс изготовления я покажу, расскажу. Он, в принципе, не отличается особо от русских бердышей в плане. Ну, примерно он такой же. Но единственное, что у него нету косицы здесь, вот в данном экземпляре. Вот, нету косицы. И у него вот эта вот часть, обух, у него более толстый, он более мощный и широкий. В дальнейшем, может быть, я вставлю иллюстрации, ну, на картинке, где изображены такие типы бердышей. Вот. А сейчас, в принципе, вот такого типа он будет. Вот. Польский бердыш. Буду изготавливать его. Сейчас выпилю его, обровняю и, в принципе, приступлю к обуху. Что, вот я, короче, выпилил бердыш, вот этот вот. Форма он абсолютно такой же. Вот. Такая вот швайка получилась. Здесь мне чуть не хватило. То есть абсолютно все то же самое. Так, вот сейчас надо будет сделать обух. Обух очень большой у него. В принципе, туда аж входит. Ну, ширина линейки вот такая вот. Тут где-то сантиметра. Сейчас я скажу, сколько. 4. 4 сантиметра вот такая вот. Короче, древко очень мощная будет входить. Ну, относительно вот так вот. Здесь три дырочки будет, здесь какой-то лейбл. Ну, вот, вот он такой вот он формы. Вот. Такой вот он формы. Потом зашлифую, заполирую, покажу. Ну, в принципе, как и этот. Тоже. Просто у них, у поляков не использовалось. Еще раз повторюсь, косица. Хвост. Нет, они были, но вот такая форма, именно вот это, то, что мне заказали сделать, она именно вот, вот в таком контексте. Чем-то похожа на алебарду. Ладно, смотрим дальше. Вот он получился, вот такого типа. Значит, бердыш польский. Сейчас, в принципе, вот у них, если у русских вот такие капли, ну, то есть каплями, да, кажется, вроде маленький вообще, что сюда влезет? Влезет. Вот. Так, влезет. Вот. Это русский. У поляков здоровые квадраты были. Вот такие вот делались. Короче, вот такого вот типа я прям прибубенил сейчас. Ну, вот останется что? Проследить отверстие, сделать скос здесь и внизу, ну, форму придать
зачистить, и он готов. Так, по поводу еще польских бердышей. Дополнительно ко всей конструкции еще делается, ставится на древко две щечки такие, две стальные полоски, которые предохраняют древко от перерубания, закрывают ее от ударов. И вток. Если у русских бердышей обычный конус, то у польских, вот конкретно у этой модели, идет, значит, обычная цилиндрическая трубка, и у нее вот это вот навершие, острие, я сделал из обычного прута, по-моему, 16 либо 18 диаметра, был сточен на квадрат, обычный квадрат. Можно сделать треугольником, можно квадратом, кому как удобнее, вариантов было много. Вот, но я именно сделал квадратом и насадил его уже на сам бердыш. В принципе, все, все отлично.